Сколько еще мне гнить в этой тюрьме? Выпустите меня. Как же надоели эти зэки в соседних камерах. Как же надоели эти стены. Эта клетка. Этот стол. Каждый день. Одно и то же. Встаем. Открывается решетка. И мы идем в столовую. Что такое? В самой столовке все радуются еде. Наконец-то нас полюбили. Да, картошечка. За наше поведение. О, супчик. Ну и также бесконечно разговаривает, кто за что сел. Это очень надоело. Поскорей бы отсюда выбраться. Меня, что я банк ограбил. Хотел денег посюда. Меня, что я торговца убил. А я казино. А ты чё? А ты чё хотел там? Я хотел тоже денег поднять. Мне на мне нужно было на лечение. Поднять. А мне оружие надо. Почему я украл сегодня у оружия, но меня успели посадить? Привет. Ты нас спасёшь из этой адской тюрьмы? Конечно, брат. Тогда приходи, братишек, к нам в 12 ночи и спасай нас. Я выражу всех, нашу команду, чтобы ты нас спас. Хорошо. Побег в 12, в центре поля. Понял. Пс-пс. Эу, побег в 12, центр поля. Побег в 12 часов ночи, в центре поля. В 12 ночи, в центре поля. Сюда! Неужели он летит? Ребята, смотрите, он летит! Быстрее, сюда! Давай! Сюда! Это что за... Открыли огонь! Летим! Быстрее! Убегаем! Улетай! Спасибо, что нас спас. Да, спасибо. Ну что, куда теперь летим? На базу. И в этот самый момент в моей голове было лишь одно. Свобода. Наконец-то свобода! Ну что, побег удался? Что дальше? Давайте заново, я знаю, что сказать. Плейку, доктор, ты меня напрягаешь, серьезно. Все, классно сказал, а плейку, доктор, все испортил. Так, о чем? Что такое, бензин кончился? Да нет, это просто в нас стреляли с музея. А... Да блин, заново, что-то какую-то фигню сейчас сделаю, я сумел.